Новые возможности для обучения в Ненецком профессиональном училище появились благодаря нефтяной компании. «Башнефтьполис» передала в училище новенький трекол. Техника значительно расширит возможности для обучающихся и водителей. Они смогут получить права категории А2, не выезжая за пределы региона, как это было ранее. Этого момента ждали не один год. И вот он, торжественный миг. В автопарке профучилища пополнение. Одним из первых, кто смог оценить возможности новой техники, стал преподаватель училища Анатолий Шняков. Возможности у нее по проходимости большие. То есть она может идти и в снежную целину, по бездорожью. То есть будем готовить кадры для вождения такой машины категории А2. Чтобы они могли и работать в тундре, на бездорожье, ну, где нет дорог, чтобы могли проехать, доехать до всех сел, деревень. Новый трекол передан в рамках соглашения Ненецкому профессиональному училищу от компании «Башнефтьполис». Покупка происходила в рамках договора, который был подписан между компанией «Башнефтьполис» и округом, который у нас подписывается ежегодно. И в марте месяце набор НДМ мы подпишем очередной на 2016 год. Поэтому программа, та, которая есть, и мы ее подписываем и разрабатываем совместно с губернатором Игорем Викторовичем Кошиным. Все вот эти мероприятия, которые они идут согласно той программе, которую мы вырабатываем совместно с округом. Специальность водителя трекола в нашем регионе востребована. Именно на этой машине во многие населенные пункты доставляются продукты питания. На этом же виде техники проходит перевозка пассажиров зимой по близлежащим селам Припечорья. Также треколы используют на месторождениях и при строительстве. Ведь он дает возможность зимой проехать там, где нет дороги, а летом не повредить ранимую тундровую природу. Новая техника дает и новые возможности для обучения. Группа трактористов, которая у нас сейчас на первом курсе, она получит дополнительную категорию А2 по окончанию нашего училища. У них в дипломе будет открыта еще одна категория, которая востребована и на рынке труда. Получить категорию А2 смогут и другие водители, желающие пройти курсы переподготовки. Теперь это можно будет делать, не выезжая за пределы города. Ведь ранее получить новую категорию можно было только в других регионах, например, в Республике Коми. Алена Валей, Леонид Шишилов, телеканал «Север».